всех приветствую. 1255 сборка. Игровой системный блок. Построен на базе процессора AMD Ryzen 5 2600. Сокет AM4. Второе поколение. 6 ядер, 12 потоков. Частота 3.4 до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost. Поколение это у нас Zen Plus. Материнская плата у нас поддерживает все три поколения. В перспективе будет поддерживать и четвертое, потому что построен на B450 чипсете. Плата у нас ASRock B450M HDV. Имеет разъем Ultra M2, который может поддерживать как SSD-накопители SATA интерфейсом, так и NVMe, который PCI-Express. Стоит планка памяти 1 на 8 ГБ. Одноранговая DDR4 на частоте 3200 МГц. Предполагается, что в будущем будет вторая такая же и будет работать в двухканальном режиме. Память не XMP, соответственно, будет работать на частоте 2933 МГц на родной частоте нашего процессора. Система охлаждения — наш любимый Deepcool H-Mini, две тепловые трубки, шикарный дешевый кулер. Ничего лучше особо и не придумать. Видеокарта у нас GeForce GTX 1050 Ti с двумя кулерами фирмы Gigabyte, версия WinForce на 4 ГБ, DDR5. Классная недорогая видеокарта, которая будет поддерживать все современные игрушки. Блок питания на 600 Вт Aerocool X+. SSD-накопитель на 240 ГБ фирма AMD Radeon. Модель у нас R5 SL240G. Интерфейс SATA. Ну и корпус у нас Accord JPX, либо JP10. X — это у нас аббревиатура у них римская. Он стеклянный, спереди стекло, сбоку будет тоже закаленное стекло. Такая хорошая основа. Никаких сейчас кулеров нет. Собственно, этому корпусу сейчас пока они и не нужны. Все предельно холодное. Но при желании можно поставить три вентилятора вперед. С какой-нибудь RGB подсветкой будет весь светиться. Поставить вентилятор назад. И можно поставить два вентилятора вверх. Сейчас у нас такое пассивное охлаждение. Когда весь горячий воздух, если он там появляется, будет как-либо выходить наружу. Есть разъем USB 2.0, есть разъем USB 3.0, выходы на наушники. Такой вот симпатичный, классный системник. Смотрится очень хорошо. По деньгам он у нас получился 27 650 рублей. Есть прекрасная возможность его модернизации. Особо ничем не ограниченная. Без фанатизма, конечно. Вот такой вот симпатичный, игровой, недорогой системник.